Прокуратура приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности эксплуатации детских игровых спортивных площадок. В ходе надзорных мероприятий обследован 101 объект, выявлено 88 нарушений. Вынесено 28 представлений главам муниципальных образований и руководителям управляющих компаний. Часть объектов уже приведена в нормативное состояние. Подавляющее большинство нарушений, связанные с несоответствием детских игровых и спортивных площадок, требованиям безопасности, включая дефекты, изношенность игрового оборудования, отсутствие ударопоглощающих покрытий, информационных табличек, освещения и другое. Отдельными прокурорами выявлены нарушения, связанные с непринятием муниципалитетами мер по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов, категорированию спортивных площадок в целях обеспечения антитеррористической защищенности. К примеру, прокуратура Кичинеровского района установлен факт эксплуатации с 2022 года спортивной площадки, предназначенной для заливки катка в зимнее время. Объект построен на средства меценатов, однако в последующем муниципальную собственность не принят. Отсутствие собственника у данной спортивной площадки и, как следствие, неосуществление технического обслуживания свидетельствует о возникновении угрозы причинения детям вреда жизни и здоровью. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних прокуратура района 31 августа 2023 года было внесено представление главе муниципального образования, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.